Приветствую вас и хотел бы поделиться своим видением вашего вопроса, точнее ответа на него. В частности, какой должна быть девушка для мужчины льва? Ну, начать нужно, пожалуй, с того, что далеко не всегда человек является тем, кем он выступает по гороскопу, по знаку зодиака. То есть, если мужчина лев, это не значит, что он таковым является на самом деле. Но если вы убеждены или предполагаете иметь основания считать, что человек именно таков, то есть олицетворяет собой этого самого льва, то есть это лидер, этот уверенный в себе мужчина, гордый, смелый, сильный, отважный, то женщина у него будет, соответственно, олицетворением женственности. А традиционная классическая женщина – это та, которая, с одной стороны, мужчине подчиняется, то есть она занимает положение ниже него. Она слабая, то есть мужчина испытывает потребность, испытывает нужду в том, чтобы эту женщину защищать, оберегать. Постоянно оказывать ей знаки внимания и так далее. Эта женщина является укротительницей льва. То есть, будучи мягкой для него, женственной, она имеет внутренний стержень и силу, чтобы сводить на нет все порывы мужчины, его проявление агрессии, допустим, его проявление какой-то энергии и так далее. Женщина как бы принимает все это на себя, как вода принимает на себя огонь. И вот именно такой должна быть женщина для мужчины льва. Если мужчина сильный, то женщина слабая. Но не нужно считать, что слабая женщина – это в буквальном смысле слова слабая. Ведь сила женщины именно в ее как раз-таки слабости, чтобы мужчина чувствовал, что она в нем нуждается. А для такого мужчины льва женщина является подчеркиванием, подтверждением его статуса, подтверждением его, скажем так, мужского я, подтверждением его мужского начала. Рядом с ней он чувствует себя в большей степени мужчиной, чем с кем бы то ни было еще. А это значит, что с ней он реализовывает все свои чисто мужские качества. Это означает, что женщина поддерживает мужчину, ухаживает за ним, обеспечивает уют, тепло, окружает любовью. Но ответственность за женщину мужчина несет сам. Обеспечивает мужчину также, ой, прошу прощения, обеспечивает такую женщину мужчина тоже сам. И только так женщина может завоевать мужчину льва, не соперничая с ним, не стараясь его как-то покорить, но принимая его и украшая его. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, выберите его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.